Омские врачи рассказали, как без операции смогли извлечь канцелярскую кнопку из легких школьницы. Девочка вдохнула ее и больше месяца не говорила об этом взрослым. А в больницу обратилась только, когда у нее появился сильный кашель и поднялась температура. Ну а даже и тогда не сказала, из-за чего эти симптомы. Только с помощью рентгена удалось установить, что в бронхах застряла стальная кнопка с пластмассовой ручкой. Почти час школьница была под наркозом, пока врачи специальными манипуляторами доставали кнопку. Она полностью закупорила дыхательный канал. Его воспаление могло привести и к гибели пациентки. Уже после девочка еще несколько дней провела в стационаре. Сейчас она находится под наблюдением врачей. Если инородное тело убирается буквально вот в этот же день или в эти же часы, тогда точно никаких осложнений не бывает. А длительное состояние – это все равно наблюдение, чтобы не развились никакие гнойные осложнения. Бронхоэктатическая болезнь, может быть, все что угодно может быть.